Привіт і вітання! З вами Василь Звєрєв і програма «Життєві історії». Давньогрецький лікар Гіппократ вважав медицину найблагороднішим з усіх мистецтв. Сьогодні у програмі, мабуть, найвідоміший педіатр України – Євген Комаровський. Доктор, ви вже 40 років, якщо не помиляюся, у медицині. Десь так. Чим за цей час вона для вас стала? Була смислом жизни, а зараз це така большая-большая біда. Ну, я бы не хотел, чтобы вот сразу настраиваться на пессимистический лад. Вы понимаете, вот когда мы говорим о медицине в нашей стране, да, медицина – это же прежде всего наука, великая наука. А у нас все пытаются вот вернуться в какое-то шарлатанство, в прыганье с бубнами, в знахарство, в гадание на кофейной гуще. То есть мы почему-то не хотим идти путем цивилизованной науки, мы хотим какой-то свой отдельный путь. Вот понимаете, мы как страна, которая сумела построить аж автомобиль «Запорожец», мы не хотим взять за модель, там, допустим, BMW или Audi, мы хотим совершенствовать наш «Запорожец». Вот, вот это примерно мое отношение к тому, чем сейчас стала медицина. А чем для вас есть клятва Гиппократа? Нет, клятва Гиппократа – это миф на самом деле. Люди, которые рассуждают о клятве Гиппократа, ее никогда в жизни не читали. Они почему-то думают, что клятва Гиппократа – это когда врач клянется с утра до ночи за бесплатно, без сна, отдыха, забыв про собственную семью и детей, всех лечить. Ничего подобного в клятве Гиппократа не написано. Клятва Гиппократа – это договор фактически, общественный договор между очень уважаемым человеком, который называется врач, и обществом. Врач обязуется служить обществу, а общество обязуется заботиться о враче. У нас в стране отношение к клятве Гиппократа совершенно одностороннее. Будешь бедный, грязный, голодный, всегда за все ответственный, а мы будем тебя учить, как надо жить. Я, кстати, не давал, и, кстати, врачи же не дают клятвы Гиппократа, это чушь. Я давал, лично я давал присягу врача Советского Союза. Она была пропитана духом гуманизма, но... Я вам должен заметить, что когда я закончил мединститут, то, имея возможность работать с утра до ночи, плюс жена, которая работала с утра до ночи, мы могли себе заработать и на телевизор, и даже на холодильник, и даже заплатить за квартиру. То есть у нас не было материальных проблем, мы могли купить себе еду и так далее. То есть мы не голодали. То есть государство могло нам обеспечить нам существование. Сейчас за зарплату ты не можешь обеспечить существование. То есть мы заведомо государство выстроило модель, в котором врач для того, чтобы выжить и накормить себя и семью, должен нарушать все клятвы, будь то Гиппократа или присяга врача, любые клятвы. Вы же с дитинства мріяли про те, що в майбутньому станете лікарем? Да, конечно, нет. Я вообще не мріял. У моего отца был близкий друг, он был геологом. И он появлялся у нас дома в гостях там 2-3 раза в год. Такой дядя Илья, я помню, он приходил с бородой, рассказывал, как он вернулся, там, искал нефть, искал алмазы, изучал лавины, там, и я вот все время мечтал, как я вырасту и буду как дядя Илья. Но потом обстоятельства, младшая сестра, полное отсутствие какого-то понимания в технических науках, то есть для меня физика, математика. Самая страшная для меня наука была черчение. Это просто я аж типала, когда надо было идти на урок черчения, например. Вот в те времена, и, наверное, гуманитарный выбор был единственно возможным. И тут был или биофак, или мединститут, когда для меня, ну, где-то в 14-15 лет был полностью сформирован выбор медицины, то вот тут уже формировался исключительно выбор детской медицины. То есть вот в детскую медицину я шел уже совершенно осознанно, что, как правило, бывает крайне редко, крайне. На педфак обычно и осознанно не идут, туда идут просто потому, что там меньше конкурс, чем на личфаке. Ну, так было в мои времена, по крайней мере. Если не помиляюсь, в вашей родине до вас не было лекарей? Нет. А кем были ваши батьки? Инженерами. Главное, на самом деле, не кем были родители, а какие ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, они тебе дали. Любая педагогическая система – это фактически глобальное восприятие мира. Ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо и, что очень важно, личный пример. Вот это то, чего современным детям очень не хватает, и то, что я в полном объеме получил от своих родителей. О том, что мужчина не может поднять руку на женщину, о том, что мужчина не может не сдержать слово. То есть, если мужчина сказал и не сделал, наверное, он должен застрелиться.
Ну вот, наверное. Или, по крайней мере, не открывать рот и не давать обещаний бессмысленных, да? Поэтому, когда я слушаю, что говорили наши политики до и стали говорить сейчас, после того, как их выбрали, да, мне кажется, они все должны просто застрелиться. То есть наша задача общества – дать им этот пистолет. А как ваши батьки поставилися до вашего выбора, когда вы решили вступать до медичного института? Нет, они были счастливы, я уверен в этом. Из всего возможных вариантов, поверьте, они считали, что это очень правильный выбор. Какими вы запомнили ваши студентские роки? Ужасными. Почему? Ужасными. Ну, первое, потому что для меня было очень важно, ты стал взрослый. Стал студентом, значит, стал взрослым. Значит, ты должен сам себя обеспечивать. Поэтому я много работал. Я, начиная уже с 19 лет, меньше 10 суточных ночных дежурств, меньше 10 в месяц у меня никогда не было. То есть я на полную ставку работал медбратом, плюс учился в институте. Я помню, как это, как ты выходишь после дежурства, садишься в троллейбус. Я несколько раз просыпал остановку мединститута. Вот. Просыпался на конечной, но целый день потом учился. Я завидовал, так умеренно, но завидовал людям, у которых была возможность не работать и ходить просто туда. Ну а другой вопрос в том, что когда я начал работать, я увидел, какая огромная разница между теми, кто меня учит в мединституте, и теми врачами, которые на передовой. Ну, то есть это была примерно разница между боевым офицером и тыловой крысой. Вот примерно. Я увидел, на кого я хочу равняться. Я хочу равняться на вот этих ребят, которые там вот в операционной, которые знают, что их ошибки – это человеческая жизнь. Я хочу вот быть там. И я туда пришел. 10 років вашего життя вы были реаниматологом. Каким вы запомнили той период праці? Он дал мировоззрение, он сделал меня тем, кем я есть сегодня. И главное, что было понимание того, что выжить в таком режиме работы со смертью, стрессами, самобичеванием, ковыряниями, анализом причин, почему ты не можешь долго, что с этим надо вовремя распрощаться. Но главное, что для себя я понял, это то, что истинное предназначение врача – не пустить ребенка в реанимацию. То есть сделать все, чтобы он туда не попал. То есть вот там, где ты можешь повлиять, не пустить. Профилактика, еще раз профилактика. А профилактика в педиатрии – это обучение родителей. И это то, что стало смыслом моей жизни. Коли ви працювали там, реаніматологом, ви припускали помилок? А как же, в медицине без этого нельзя. Каждая та ошибка, которая была тогда, она была поводом неделю не спать, думать об этом 24 часа в сутки, а что бы ты сделал иначе? И ты начинаешь понимать, что ты именно, может быть, поэтому, относясь к своим ошибкам именно таким образом, ты вынужден менять эту специальность, иначе ты сойдешь с ума. Потому что когда ты умираешь с каждым своим пациентом, это надо иметь особую психику. Очень помогает алкоголь. Очень. И поэтому огромное количество людей спивается просто-напросто, потому что нужны способы снятия стресса. Перед вами не было такой небезпеки спитися? Спитися нет, а курил очень много. Но уже 11 лет, как завязал. Не тягне? Вы знаете, иногда как телевизор посмотрю, ох и тянет. Я вам передать не могу. Просто, вообще проще, конечно, напиться и забыться, потому что главное, поэтому есть же способ профилактики не смотреть на этих мерзавцев. Так помогает вообще. Євген Комаровський – дитячий лікар, телеведучий, кандидат медичних наук, автор численних наукових праць, науково-популярних статей і книг. Знаете, очень часто я ловлю себя на том, что когда я прихожу или даю кому-нибудь интервью, то интервьюер обычно говорит, а вот вы сказали, или а вы сказали, и в результате получается, что когда я что-то говорю, я очень много не договариваю, рассчитывая на то, что умный поймет, а неумному не надо объяснять. Но в результате именно мы приходим к тому, что суть всех интервью – дообъяснить недоговоренное. Я пропоную вам... Скажімо так, от прямо зараз визначити якусь тему, про що ви хотіли б сказати? Що вас на сьогоднішній день більше всього турбує? Ви знаєте, мене більше всього на світі хвилює модель відносин між державством і країною, і людьми. Я совершенно чітко розумію, что огромное количество жителей нашей страны просто поставили на себе крест и на будущем своих детей. И они перестали трепыхаться. Они смирились с этим. И меня больше всего... Я просто не могу понять, почему совершенно базовая информация о том, что надо делать с детьми,
не доходит до наших людей. Например, вот я утверждаю, что ни в одной стране мира детям не колят попы. Ну, не делают уколы в попу детям. Я говорю, ребята, вы журналисты, зайдите в любую больницу города Киева и посмотрите, как с этим обстоят дела. Это ваши дети. Почему вы это терпите? Или придите просто летом в любую больницу, да, и посмотрите, сколько кондиционеров есть в палатах. Много вы найдете кабинетов главных врачей, где нет кондиционера, и палаты в детских больницах, где кондиционер есть. При этом, заметьте, в любой взрослой больнице есть VIP-палаты, где за денежки вы будете лежать с кондиционером, с нормальных условий. А теперь зайдите, и когда вы заходите летом в палату, в больнице с такими огромными окнами, где 40 градусов жары, и там 5 мам и 5 детей. Я спрашиваю, почему вы это терпите? Вы понимаете, куда мы идем? Мы приходим, зашли в мир, где детей воспитывают не мама и папа, а смартфон, планшет и телевизор. Хотя родители выживают, им некогда разговаривать с детьми, детей воспитывают электронные устройства. Мы имеем совершенно уникальное поколение детей, с которым никто не разговаривает, которые говорят языком свинки Пеппы. И это огромный вызов перед обществом, потому что нас ждет социальная катастрофа. Школа не успевает на это реагировать, медицина не успевает. Количество детей с психологическими проблемами, с аутизмом, с расстройствами поведения растет стремительно. Школу покидают люди нормальные, потому что работать с такими детьми невозможно. Страна близится к катастрофе. Абсолютная тишина внизу и наверху. За 2016 год нищие украинцы заплатили 3 миллиарда долларов за лекарства с недоказанной эффективностью. Нищие украинцы решили построить 4 стадиона, где будут играть футболисты, вместо того, чтобы построить 10 тысяч стадионов, где будут играть дети, за те же деньги. Когда государство что-то зарабатывает, то теоретически это заработанное может быть потрачено на семью, на детей, на здоровье, на детский спорт. А у нас не имеет значения, сколько заработает государство. Потому что сколько бы государство ни заработало, оно все украдет для себя. Я абсолютно не согласен с тем, с разговорами о том, что надо что-то делать для светлого будущего. Надо что-то делать для настоящего. 5 поколений, наверное, людей на территории нашей страны жили, ограничивали себя во всем ради светлого будущего. Когда вы живете ради светлого будущего, никто не увидит. Ни вы не увидите настоящего, ни те в будущем ничего не увидят. Улучшения должны быть завтра. Ну, мені здається, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що вони збираються реформувати медицину. Можливо, це завтра вже прийшло. Діло в тому, що дуже багато заявлення і декларації нинішнього МОЗа мені абсолютно, ну, мені приємно їх слухати. Я хоть слышу, это хоть на уровне декларации. Ну, по крайней мере, когда они официально говорят о том, что врач может использовать протоколы европейские для лечения своих пациентов, что ему не обязательно, когда он лечит, руководствоваться методичкой, написанной кафедрой внутренних болезней Хацапетовского мединститута. Он может взять протокол Европейской ассоциации педиатров и лечить так, как написано там, и прокурор не будет предъявлять ему претензии, что он не назначил очередной фуфломицин. Меня это очень устраивает. Просто другой вопрос в том, что врачи, которые хотят лечить по-европейски, их уже почти всех извели, а теперь разрешили лечить по-европейски. Надо на самом деле понимать, что люди, которые выполняют функции государства, то есть те, которые мирят, защищают, лечат, учат, вот эти люди в стране должны быть самые обеспеченные, самые уважаемые, самые честные, самые неподкупные. А у нас государство делает их изначально нищими и заставляет заработать, продавая услуги по лечению, защите, правопорядку и всему остальному. Вот изначально неправильная модель. Заканчивает мальчик или девочка мединститут. У него зарплата 150 долларов. Что ему делать? Ему надо выстроить модель, как заработать. Как можно заработать, если лечить по-честному? Заработать можно, только придумывая болезни, получая откаты за лекарства от лаборатории, от коллег и так далее, и так далее. Другой модели нет. И в рамках этой модели ничего не может сделать МОЗ. Что бы они ни говорили, если врач получает 150 долларов в месяц, ну, если он даже будет получать 500 долларов в месяц, вы не решите эту проблему.
врач в Украине должен получать столько же, сколько врач в Германии. Да, их должно быть меньше. Куча неврачебных функций должны выполнять медсестры, которые получают 1500 евро в месяц, но не меньше. Иначе медицины не будет, хоть убейте, не будет. Я учу педиатров тому, что самое главное – это не быть обязанным лечить кого-то. Вот хочешь быть успешным педиатром, да? Ты практически не можешь работать участковым врачом. Не можешь, потому что к тебе приходят люди, которые тебя в грош не ставят и у которых свои принципы, как надо вот эти сопли лечить. Вот она знает, она к тебе пришла за бумажкой. Ты говоришь, увлажнить, проветрить, промыть носик. Она говорит, не, доктор, давай капли давай. А ты говоришь, нет, тогда она идет на тебя жаловаться. Так вот, главная задача, чтобы быть классным педиатром и счастливым, и реализованным, и работать с улыбкой, это выбрать себе пациентов, которые твои, которые говорят с тобой на одном языке, у которых такие же ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Вот у меня сейчас просто, я просто счастлив как педиатр, потому что 100% практически моих пациентов – это те, кого я купал новорожденными. То есть это дети, которых я вырастил сам, которые сейчас стали родителями и которые учились, их родители учились у доктора Комбровского, как правильно, и теперь у них есть образцы. Мне не надо им рассказывать, что делать. Они все знают. Они ходят ко мне хвастаться. Нині триває міжнародний тиждень імунізації. Як ви ставитеся до вакцинації? Как я могу ставиться к вакцинации, как человек, который 20 лет жизни провел в инфекционной больнице, который видел много раз смерть от дифтерии, коклюша, который знает, как это все, быть непривитым. Беда-то вот в чем. В том, что люди, которые сейчас не хотят прививаться или считают это страшным злом, они видят только одну сторону зла. То есть они видят прививки от кори, но не видят кори. Они видят прививки от дифтерии, но не видят дифтерии. И отсюда начинается все это. И, к сожалению, средства массовой информации показывают только эту сторону. Я достаточно публичный человек. Я знаю, что то, что я говорю, люди слышат, читают, и когда я публично на всю страну сообщаю о том, что в стране привито от дифтерии менее половины детей, и при этом в стране нет ни одного миллилитра противодифтерийной сыворотки, единственное лекарство, которым дифтерия лечится, то мне кажется, что это повод завтра же собраться Совету национальной безопасности. Завтра же! Но это слышат, но ничего не делают. Ничего. Ничего. Я, кстати, должен вам сказать, что на вот эту национальную неделю иммунизации мы приглашали на выступление доктора Комбровского ребят из Генпрокуратуры, чтобы они вообще послушали, что вообще в стране происходит, да, как нарушаются законы, права и так далее, и так далее. И получили совершенно официальный ответ, что они к вакцинации не имеют никакого отношения. Як ви ставитеся до публічності? Як ви ставитеся до того, що люди вас всюди впізнають? Мені це некомфортно, на самом деле. Я не получаю від этого никакого удовольствия. Вот. Но это расплата за то, чем я занимаюсь. То есть для того, чтобы эффективно обучать людей, то есть то, что я для себя сделал своей миссией много-много лет назад, телевизор оказался самым эффективным способом достучаться до людей. Поэтому я его использую, вынужден использовать, и за это вынужден, ну, на самом деле, проводить выходные там, где нет людей. А бывали такие випадки, коли вам занадто дошкуляли люди? Они бывают чуть ли не каждый день, на самом деле. Именно поэтому, ну, вы поймите, я не могу зайти в магазин. Ни один. Потому что ко мне не просто подойдут люди, скажут, доктор, ой, как мы вас любим, или можно с вами сфотографироваться. Люди подойдут ко мне и спросят, как быть, у них плохой анализ мочи. Потому что люди на всем постсоветском пространстве испытывают колоссальный дефицит честной информации. Расскажите, сколько на сегодняшний день складывается ваша родина? Ну, обычно, знаете, семья – это же как бы узкая простота, дом, да, вот где ты живешь. Я и жена. Все, ну есть двое сыновей, трое внуков, две невестки, все. Это моя семья, вот такой широкий уже круг, да. К огромному сожалению, ни одного кровного родственника на территории Украины нет. Уехали все. Родители умерли в Германии, сестра живет в Канаде. У вас, насколько я помню, дружина теж лікар. Да. Как вы с ней познакомились? В институте? Да, учились вместе. И вот до сих пор учимся вместе выживать. Она на пенсии, она не работает сейчас. Опять-таки, человек с золотыми руками, со светлой головой, который там проработал много лет детским окулистом и так далее. Но она просто не видит смысла.
Потому что ты ходишь, материального вознаграждения ноль, нервотрепки куча, и все что-то от тебя хотят. Кому это надо? У вас в домашнем уколе за кем останнее слово? Чтобы в домашнем круге не было вот таких вот выяснений, надо четко распределить функции. Дом, хозяйство, все остальное, последнее слово за женой. У вас есть домашние тварины? Собака бегает во дворе. Немецкая овчарка. Зовут Яша. Немецкая овчарка Яша. Не, ну я как-то рассказывал эту историю, его вообще звали официально, его зовут Аякс. Ну просто его нам привезли в таком юном возрасте и в таком несчастном виде. Он был на маленькую крысу похож такой. Вот и назвать его Аяксом, ни у кого не повернулся язык. Поэтому он как-то стал Яшей. Ну и сейчас он, конечно, больше на Аякса похож, но так Яшей остался. Ну характер, как у Яши, добрый. Какими є ваші хобби, уподобання? Рыбалка, фотография. Это мое. Это, во-первых, это ты сам на сам, или с фотоаппаратом, или со спининым, или с рыбой. Для меня побродить с фотоаппаратом по незнакомому городу, где еще тебя никто не знает, встать рано утром, или уехать куда-то вот на рыбалке. Даже часто понимаешь, что ты встаешь рано утром, когда туман, ты думаешь, что тебе больше хочется, сейчас по этому туману побродить с фотоаппаратом или побросать спинин. Это вот мои хобби, они опять-таки дают возможность побыть один на один там, с природой, с собой, со своими мыслями. Если говорить про рыболовлю, как вы и где вы любите ловить? Самая любимая рыбалка – это лодка, это спиннинг, это уплыть. Вот у меня есть там плавни в районе, на Днепр, как правило, это, в районе Кременчуга, в районе Канева, вот эти места. Это там, где я чаще всего бываю. Но раз в год, как правило, мы с очень близкими друзьями выбираемся на 5-7 дней на такую взрослую рыбалку или в Финляндию, или в Норвегию. Я вам расскажу красивую историю про рыбалку. Про то, как мы прилетели на рыбалку очень далеко, 400 км за полярным кругом в Норвегию. Мы летели из Киева в Осло, из Осло в Трамсё, оттуда брали машину, 250 км ехали, приехали, какой фьорд на берегу Северного моря. И вот мы пришли на пирс впервые посмотреть на лодки и все, и увидели на пирсе два микроавтобуса с киевскими номерами. Для нас это было такое потрясение. И вот мы стоим на пирсе, и тут навстречу идет катер, возвращаются мужики с рыбалки. И вот когда они выходят на берег, то один из них кричит: доктор Комаровский! Мне надо срочно с вами сфотографироваться, я вам все расскажу. Я говорю, в чем проблема, дружище? Он говорит, понимаете, мне моя жена, когда я прусь сюда на рыбалку, все время говорит, что я идиот. Но она ваша фанатка. Если мы сейчас с вами сфотографируемся, она меня больше обзывать не будет. Я вам за это все места продам. Конечно, ты когда приезжаешь на море на рыбалку, то тебе надо найти места, где стоянки рыбы. А так мы приехали, он нам тут же на эхолоте на карте показал все. Я с ним сфотографировался, но зато мы сразу знали, куда надо плыть. Каким был ваш наикращий улов? Ваш рекорд особистый. Наикращий улов – это когда с глубины 40 метров ты тянешь вот в той же Норвегии, и у тебя там сразу две рыбы. Одна там треска на 12 килограмм и одна на 6. А по местному у меня там рекорд, по-моему, щука 5,5 килограмм. Смысл рыбалки не в рыбе. Рыбалка – это друзья. Друзья, общение, получить удовольствие, сменить образ жизни. Просто опуститься на уровень своих далеких предков. Научиться добывать огонь, условно говоря, приготовить еду там, поставить палатку в любую погоду и так далее. Ну, вот это то, что мне нравится. И просто это единственный способ отключиться от толпы, от кучи людей. И ведь особенность же врача в том, что к нам не приходят люди сказать: «Здравствуйте, доктор, нам хорошо». К нам приходят не с бедой, с проблемами. А там тебе никто к этим не приходит. Если тебе надо кого-то мучать, то исключительно рыбу. Поэтому, опять-таки, поймал то, что надо, чтобы съесть, остальное отпустил. Вы можете назвать себя счастливой людиной? Ой, нет. Во-первых, я точно знаю, что критерий счастья – это возможность хотя бы реализации того, что твоих способностей. Я прекрасно понимаю, что если бы мне хоть чуть-чуть помогли, хоть кто-то, хоть как-то, если бы мне пошли навстречу в моих планах и так далее, то я бы успел намного больше. Я бы достучался не до 3% до населения, а до 30%. Я не могу сказать, что есть явные люди, которые мне мешают. Публичность помогает, кстати, в этом плане. Потому что просто с тобой не связываются. Потому что как только на тебя наедут, ты скажешь, что этот идиот мне мешает. И все узнают сочетание этого идиота. Вот. Но я могу сказать о тех идиотах, которые мешают вам.
Німецький філософ Артур Шопенгауер говорив: «Здоров'я настільки переважає решту благ життя, що здоровий жебрак набагато щасливіший, ніж хворий король». Тож, будьте здорові і нехай вам щастить. З вами була програма «Життєві історії». Я її ведучий Василь Звєрєв. Сьогодні моїм співрозмовником став відомий український педіатр доктор Євген Комаровський. Дякую за участь у програмі. Будьте здорові. Побачимось.